Ну, уже много чего сказали, да, я сейчас могу добавить только следующее. Значит, не признать негативное влияние планируемого ГЗЗ на жителей города и окружающую среду города Сосновый Бор является верхом легкомыслия, нежелание жить в городе и дышать чистым воздухом. Город Сосновый Бор находится в территориальных границах Ломоносовского района, географически находится в низине по отношению к планируемому ГЗЗ, и все отходы по определению будут негативно воздействовать на город, жизнь и здоровье его жителей. Я не говорю уже о том, что ядерный реактор ЛС-2 находится в 9 километрах от места планируемой стройки. Изучив материалы, подготовленные в служебной записке номер 2/2024 к проекту решения Совета депутатов о соответствии вопросов далее по тексту, значит, говорим следующее. Кто-то скажет, что вопрос проведения местного референдума с обозначенной повесткой не является вопросом местного значения. Далее в нашем письме мы приводим аргументированные доводы. Письмо мы сегодня вам отправили и зарегистрировали, где более как бы полно обо всем рассказывается. Здесь более короткий вариант. Есть такое письмо? Обязанности органов местного самоуправления, соответствующих муниципальных образований в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды, установлены отраслевым федеральным законом от 10 января 2002 года номер 7 ФЗ об охране окружающей среды. В частности, органы местного самоуправления обязаны оказывать содействие гражданам, общественным объединениям и некоммерческим организациям в реализации их прав в области охраны окружающей среды, соблюдать требования к охране озонового слоя атмосферы при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, при осуществлении хозяйственной и иной деятельности принимать необходимые меры по предупреждению и устранению негативного воздействия шума, вибраций, электрических, электромагнитных, магнитных полей и иного негативного воздействия на окружающую среду в населенных пунктах, зонах отдыха, местах обитания диких зверей и птиц, в том числе их размножения на естественные экологические системы природной ландшафты. Полномочия органов самоуправления городских округов в области экологической экспертизы перечислены также в статье 9 Федерального закона от 23.11.1995 года номер 174 об экологической экспертизе, подробных в приложенном письме. В добавлении к вышесказанному, в вышеуказанной справке имеются ссылки на статью 72 Конституции Российской Федерации. Согласно пунктам Д и К части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации, охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности, а также законодательство об охране окружающей среды находится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. По предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, часть 2 статьи 76. Тем самым Конституция Российской Федерации осуществляет разграничение нормотворческих полномочий федерального законодателя и законодателей субъектов Федерации в данной сфере. Так что то, что написал господин Алмазов в своей служебной записке, к нашей теме не имеет никакого отношения. Президент Российской Федерации в понедельник 29 января 2024 года на совещании с Александром Беговым подчеркнул важность вопросов экологии ввиду восприятия президентом города и области как одной агломерации. Мы призываем не игнорировать этот совершенно ясный посыл. Ответственность нашей встречи здесь, в Сосновом Бору, в том, что сейчас решается судьба и Ленобласти, и Санкт-Петербурга. Мы призываем участников совета и думаться в проект глиноземного завода еще раз, увидеть в нем иные грани, помимо бесспорного вреда экологии, и отнести упомянутым президентом задачи. Соотнести упомянутыми президентом задачами. Примите, пожалуйста, правильное патриотическое решение. Спасибо. На этом все.